Спасибо за этот бесценный новый опыт, за осознанность в дизайне, за новые горизонты, прекрасную команду, новых людей, с которыми мы теперь можем сотрудничать. И главное, это куча новых идей, с которыми хочется работать и продолжать эту деятельность. У меня пока что все. Может, какие-то подскажете еще идеи, вопросы? Что вы скажете о наших тьюторах и менторах? Ваши тьюторы – это образец для подражания в спикинге, в педагогической деятельности. Это разнообразный и очень интересный опыт в работе с людьми, которые реально на практике применяют все то, что рассказывают. Наверное, самое ценное в любой школе – это когда в ней преподают те люди, которые действительно знают этот предмет и применяют его на практике. Это мне больше всего понравилось, и благодаря этому общению я узнала очень много нового, как будто я поработала во всех этих компаниях. Спасибо. Как вы нашли нашу школу? Как вы выбирали, как сделали выбор? На самом деле это было довольно случайное совпадение. У нас отключили свет, и я пришла в эко-воркинг, чтобы поработать. Я работала тогда на трекере, и в этой атмосфере я проработала не 8 часов, как обычно на трекере работают, а 9,5. Ни капли не устала, к тому же я постоянно слышала Демьяна, который ходил и наводил порядок, подкручивал все время эту систему, после чего мне очень захотелось с ним побеседовать и узнать, что же это за замечательное место и какие здесь проводятся мероприятия, как можно в них поучаствовать. После этого я ознакомилась с программой курса, меня впечатлила формулировка материала. Я захотела побыть сначала учеником этого курса, а потом, возможно, и спикером. Спасибо вам огромное. Да, спасибо и вам.